Красиво. Шинс выходит вперед на отличный гол на 16-й минуте. Ничего, давайте, пацаны. Олимпик, да? Давайте, давайте, один на один, что ли? Да. Выбила с розыгрыша опытный Сазан. 3-2 они одолели и прошли в полуфинал. Вторая сенсация. Вылетели с Кубка надежды. Проявляет на один сезон, попадает и потом исчезает в поле зрения. А некоторые команды существуют многие годы. Но Феникс очень боевая, это мега боевая команда, да, и команда, у которой есть за плечами уже чемпионский титул. Несмотря на то, что они будут. Ой, какой же был момент еще, друзья! Ребят, надо не болеть, спокойно.